Эвакуация людей в случае возникновения пожара из здания, где находится несколько учреждений. Такова была задача учебной тренировки, проведенной в городе 23 мая. По словам организатора учений помощника главы города по вопросам ГУИЧС Александра Соколова, службы экстренного реагирования сработали хорошо. Люди были эвакуированы, в том числе пострадавший. Ему оказана медицинская помощь, возгорание ликвидировано. Мы сегодня сработали плановое учение по эвакуации персонала двух зданий, административных зданий. И сценарий – это пожар на втором этаже, в зале суда, возгорание. Участвовали у нас силы, эта эвакуация была, работники администрации, налоговой инспекции, судебные приставы, судьи. То есть все посетители, работники гаража и так далее, Арбузский район, то есть все были участвовали ориентировочно, 120 человек персонала. Задействованы были все силы, средства, это две машины АЦ-40 от пожарной части, спасатели, медики, 3 единицы работников полиции и работники энергослужбы. То есть по сценарию у нас есть отработан алгоритм действий, как действует тайная служба. Знали, кто что-то эвакуирует, занимается оцеплением. То есть сработали службы, прибыли 5 минут, в течение 5 минут после оповещения. Но в любом случае с администрацией мы сыграли такую проблему, что у нас система оповещения была отключена, поэтому воспользовался резервной системой. Это сирена, которая установлена в здании администрации, то есть это система гражданской обороны, включили ее. То есть это второй признак эвакуации здания личного состава. В здании администрации Буйского района мы проводили 3 года назад, в здании администрации суда проводили 2 года назад. Но, в общем, сейчас решили совместить 2 учения, чтобы по закону возгорания здания в 50 метрах мы должны эвакуировать все помещения. Поэтому мы задействовали Буйскую администрацию. Я считаю, что люди сработали грамотно, оцепили, эвакуировали. Да, были некоторые недостатки, но они устранимы. Мы учимся. Цель это не только наградить, но и научиться.